Хей, йоги, с вами Шимки, и мы продолжаем проводить игру под названием Френдбоу. Как вы помните, в прошлой серии мы вернулись в человеческое, так сказать, состояние, мы отгадали какие-то там загадки. И теперь мы здесь, походу, это реальный мир, так. Очень странно, когда мы упали в Иверсу, здесь не было воды. Интересно, мы на самом деле упали? Может, мы упали вверх ногами? Может, волшебная дверь в Иверсу находилась под водой? Да, лунный свет очень романтично. Ну, в принципе, я даже... Ох, там мост. Я знал, что мы на другой стороне. Да, вот это странно довольно. Так, ладно, я вижу... Так, дерево. Интересно, сколько времени понадобится... Я просто забыл голос сделать. Интересно, сколько времени понадобится дереву, чтобы вырасти? Это мои таблетки, ух ты! Но куда они? Котик, ты это видел? Таблетки двигались сами по себе. Да, по-моему, это очень странно. Окей, погнали. За таблетками. Да, они... вкусные ягоды. Мне кажется, это обман. Дом? Наверное, дом в этом направлении. Может, указатель не для меня, но выглядит очень старым. А может, для меня? Даже если это не так, я все равно куда-то приду. Таблетки, не двигайтесь. Вы показываете мне дорогу домой? Да фиг его на самом деле знает, куда они ведут нас. Вау. Ох, нет. Не нужно было трогать таблетки. Плохая ф... Не нужно было трогать таблетки. Плохая Френ. Плохая приплохая. Или это... Она от своего голоса. Ох, что теперь делать, котик? Мы в ловушке. Навеки вечные. У нас есть ножик. О, Френ, ты уже здесь? Что ж, я не ждал тебя раньше 2:35. И, как я вижу, ты больше не в западне. Интересно. Так или иначе, позволь мне представиться, я Итвард, твой верный друг. Итвард? Я вас знаю. Я вас знаю? Вы кажетесь мне знакомым. Да, я создание ночи, мы играли вместе. Я помог вернуться тебе, мистер Полночь, обратно, помнишь? Правда? По-моему, мне само удалось найти своего котика. Эй, это вы свели сестер с ума? Нет, я не сводил сестер с ума. Они считали, что это был я. Понимаешь? Ну, все потому, что они никогда не заглядывали в себя. Что вы подразумеваете под... Они никогда не заглядывались в себя. Они обвинили меня и не признали тот факт, что родились их... Что родители их никогда не любили. Ну, давай не будем говорить о сестрах, хорошо? Разве ты не узнаешь меня, дорогая Френ? Длинный человек с цилиндры. Я всегда приходил по ночам и рассказывал тебе истории, когда ты была маленькой. Я пришел к тебе, когда ты меня придумала. Но я невоображаемый, понимаешь? Я часть твоей реальности. Я вас придумала? Вы выглядите очень знакомо. Я не могу этого отрицать. Я существую, потому что ты существуешь. Правда в том, что ты смогла меня придумать, потому что я уже существовал. Впрочем, у нас нет времени говорить об этом прямо сейчас. Собственно, я здесь, чтобы отвезти тебя домой. Следуй за мной. Отвезти меня домой? Я не могу этого допустить. Я вас не знаю. Я не причиняю тебе вреда. Я не создан... Я создан из тьмы. Я твой друг. Ладно, вы кажетесь хорошим. Я пойду с вами. Но я все еще вам не доверяю. Ну и отлично. Идем. Я хочу тебе кое-что показать. Анатион Шпала. Так, нужно изучить шкатулку. Интересно, для чего Паландр раздал мне ее? Я не могу ее открыть. Так, походу это сейчас нам как не по зубам сделать. Вау. Узри, летающий аппарат Итварда. Что думаешь? Мне нравится. На нем много кнопок, которые можно нажать. Да, я повезу тебя домой на этой великолепной машине. Мы полетим, как только я поправлю детали. К тому же, еще нет
2.35. Замечательно, но что насчет 2.35, сэр? Я не понимаю. В этот момент времени замедляется то, что позволяет нам войти в ультрареальность. Внутри ультрареальности мы можем путешествовать туда, куда захотим. Прямо сейчас мы находимся в бесконечных пределах второй реальности, а ты являешься частью третьей реальности, понимаешь? Да, я понимаю, звучит безумно. Но, сэр, мне нужно просто ждать, пока вы закончите чинить машину. Ждать? Конечно нет. Ты можешь достать воду и огонь ягоды, хорошо? Огонь ягоды. Ну, ягоды я видел, где можно найти, а воду... В принципе, воду можно... Ой, что ты делаешь? А ну, прекрати. Хорошо. Наверное, лучше сделать что-то, чем что-нибудь. Отлично. Вот мое так удивительное ведро ручной работы. Я сам его сделал. Это аллейка. Ах, и огонь ягоды. Ты поймешь по огню, какие ягоды нужно взять. Хорошо, но, сэр, могу я спросить, зачем вам ягоды и вода? Ягоды являются невероятно хорошим топливом. И хватает на очень много часов. А вода нужна, чтобы избавиться от грязи. От камалов. Камалы? Понятно. Только бы они не крутились вокруг летающего аппарата. Никогда не угадаешь. Но мы знаем, что они не любят воду, так? Ох, дорогая, чуть не забыл. Твои таблетки, они тебе нужны. Некоторые вещи все еще невидимы для твоих глаз, понимаешь? Вот. Невидимы для моих глаз? Понимаю. Что ж, спасибо. Я пыталась поймать таблетки, но западня поймала меня ранее. Ах, да, насчет этого. Извини, мне нужно было как-то привлечь твое внимание. Ничего, сэр, я выбиралась в мгновенно ока. Выбралась в мгновенно ока. В любом случае, я пойду за водой и огонь ягодами. Сейчас вернусь. Отлично. Я подготовлю машину. Вкусные ягоды. И думаю, что они в огне. Тогда это обычные ягоды, и они не огонь ягоды. Давайте тогда, я думаю, начнем отсюда, да, превращение. Пилюлик. Вау. Фу, я выгляжу уродливо. Может, этот Френ действительно я, только в другом месте? Кто перенес тебя сюда? Или я навещаю тебя в другой реальности? А если это или просто другая реальность? Ух ты! Там много волос, и такие блестящие. Я словно в волшебном мире волос. Там. Ладно, идем далее. Ты так много волос и какие-то так словно волшебный мир. Там, скорее всего, что-то есть, то, что нам нужно. О! Убирайся, убирайся! Ты вторглась на мою территорию! Что? Простите, я думал, что вы мертвы. Как ты могла такого подумать? У тебя нет никаких манер, юная леди. Не очень жаль, но вы вроде весь гнилой и окровавленный. Я? Гнилой и окровавленный? По-моему, ты все неправильно понимаешь. Почему вы так говорите, мистер Лось? Мистер Лось? А, мистер Лось? Но я не лось, я смертный червь. Смертный червь? А, простите, смертоносный червь. Нет, не смертоносный червь. Смерточервь, я хожу и не убиваю существ. Я не хожу, не убиваю существ. Я лишь передаю земле то, что существовало, что существа забрали. В чем они больше не нуждаются. Но я не вижу только говорящего лося. Где вы? Здесь внизу существо. Ты меня видишь? Вот вы где. Вы такой крошечный. Привет, меня зовут Френ. Привет, Френ. Могу я спросить, почему ты дотронулась до лося? Обычно только подальщики трогают мертвых животных. Ты подальщик? Конечно нет, я хотел забраться на него и достать огненные ягоды. Понятно, думаю, это возможно. Этот лось все еще крепкий и твердый. Но огонь ягоды горят. Ты можешь обжечься. Да, я вижу огонь, но мне нужно как-то их взять. Удачи тебе, взбирайся и продолжай работать. Спасибо, сэр. Знаешь, я думал, типа он лось, это обычный червяк получается. Да не, не надо сейчас брать руками. Я не могу взять огонь ягоды, они в огне. Они в огне. Нам нужна леечка, вот. Так, слазь. Я с этим сейчас поговорить, да, смогу? Ады. Ад? Что ж, туда я не хочу. Это указатель вводит в заблуждение, у него два направления.
Ад? Что-что, да, я не хочу. Так, это было. Ух ты! Так много волос. Так, подожди. Привет! Вы те сияющие насекомые, что застревают в деревьях? Да, мы обычно застреваем. Откуда ты знаешь? Ты не одна из нас. Я встречала таких, как вы. Я помогла им освободиться. Как мило с твоей стороны. Любопытство приводит к непредвиденным ситуациям. Да, по-моему, любопытство — это хорошая вещь. А вы застряли? Вовсе нет, мы просто хотим сделать наши волосы самыми длинными. Ого, звучит потрясающе. Удачи, мне пора идти, пока. Так, а как мне леечку использовать? Могу я ваши волосы заюзать? Прошу, мне нужна помощь. Позвольте привязать это ведро к вашим волосам. Привязать ведро к нашим волосам? Зачем? Звучит безумно. Вовсе не безумно. Мне нужна вода из-под утеса, но я не могу дотянуться. Мне необходимо использовать ваши волосы как веревку. Прошу, помогите. Хорошо, мы поможем тебе. Крепко привяжи ведро. Ах, спасибо. Вы очень добры. Наполните все ведро, пожалуйста. Теперь ведро полно воды. Спасибо, сияющие насекомые. Теперь мне пора, я должна идти домой. Дом там, где мы хотим находиться. Но разве дом находится где-то? Что? Простите, я не совсем поняла вопрос. Это был риторический вопрос. Я имела в виду, что ты и есть твой дом. Пригласи себя внутрь. Там ты найдешь много дверей, чтобы открыть. Ах, звучит загадочно и красиво. Я попробую как-нибудь в другой раз. Пока. Так, все. Ах, ведро полно воды. Но оно ничего не висит. А, оно ничего не весит. Все, залазим на оленя и используем водичку. Убирайся, падальщик. Навестите меня. Это я, сэр. Могу я снова взобраться на лося? Вперед. Так, ну у нас есть, в принципе, вода. Огня больше нет. Теперь я могу взять ягоды. Не могу сорвать их руками. Они крепко держатся. Так, ладно, использовать. Так, ну все, в принципе, у нас все есть с вами. Погнали тогда к этому. Ты уже нашла воду и огонь ягоды. Они нужны нам, чтобы вернуться домой. Сэр, я принесла огонь ягоды, но они больше не горят. Великолепно, этого будет достаточно. Больше тебе спасибо, моя дорогая. Так, и воду. Сэр, Итвард, вот полное ведро воды. Мне помогли сияющие насекомые. Ты имеешь в виду люцифернов? Да, они милые, но только в этой реальности. Они опасны. Если ты столкнешься с ними в пятой реальности, они могут тебя сжечь. Огонь? Сжечь меня? Но я еще не была в пятой реальности. Не рекомендую. То, что имеет смысл, там может погубно на тебе сказаться. Ох, я забыл поблагодарить тебя за воду. Спасибо, Френ. Ах, Френ, сейчас 2:34. Путешествие начинается. Пойдем внутрь машины. Ух ты, механическая птичка. Восхитительно. Ах, замечательно. Ты можешь петь. Птичка, птичка. Думаю, тебе придется улететь, когда мы отправимся, хорошо? Там еще как-то шкатулка заиграла. Сейчас 2:36. У нас есть прекрасная возможность достичь цели в хороших условиях. Скоро мы отправимся в третью реальность. Ты рада, Френ? Звучит увлекательно. Полтранос рассказывал мне о реальностях, но где они находятся? Скоро ты поймешь. Ответы не так легко распознать. Как по мне, звучит странно, сэр. Время течет как должно. Чтобы ты была жива. Там немного текста не было видно. Если бы все это произошло сейчас, ты бы, наверное, взорвалась.
Вы хотите сказать, что ответы, которые я ищу, придут ко мне, когда я захотят? Не совсем. Знаешь что? Я бы сказал, в течение времени ты должна испытать и исследовать, чтобы понять. Это значит, что ответы придут, когда ты их найдешь, а не тогда, когда другие расскажут, где их найти. Ах, понимаю. Что ж, теперь я рада. Вы пробудили во мне любопытство. Это лучшее, что ты можешь сделать. Будь любопытным и будешь всегда удивляться. А сейчас, Френ, нужно заняться делом. Разговоры не доставят тебя домой. Каким делом, сэр? Машина нуждается в ремонте, и я думаю, что ты отлично справишься. Вот огонь, ягоды и вода. Что ты собирала? Они понадобятся тебе для починки водяного насоса и синтеза топлива. Туда необходимая информация ты найдешь в помещении слева. Но ты волен ходить в любое помещение, какой захочешь. Я буду очень занят починкой автотоплива. Если у тебя возникают вопросы, я буду здесь. Я никогда не делала ничего подобного раньше. Что делать это так? Что делает это более увлекательным? Веселье, моя дорогая. Ладно, я пойду. Может, нужно нажать кнопку, чтобы дверь открылась? Ну-ка, книги посмотрим, что тут еще есть. Нога, стопа, веревочка. Ноги. Одна нога в ботинке, а другая без. Новый инверский язык. Интересно, о чем тут говорится? Это кожа ступни на подошве ботинка? Ох, похоже на что-то сложное. Мне интересно знать, что это. Возможно, в другой раз. Там музыкальный инструмент. Интересно, что это за что эта машина делает? Наверняка он делает много вещей или ничего. Штуки двигаются и крутятся. Это все так я вижу. Эта музыка вызывает у меня ассоциации с вилками. Может, это было сделано с помощью вилок? Кто знает? Эта музыка вызывает у меня. Так, ладно, погнали внутрь. У нас есть таблетки, мы еще можем в виде таблеток это попробовать. О, маховик какой-то. Ух ты, какой огромный волчок. Полагаю, что это может быть двигатель. Мне нравится его дизайн, очень понятно. Так, это похоже, что мне нужно сделать, да? Ох, похоже на какой-то водяной насос. Я не понимаю язык. По крайней мере, здесь есть рисунок. Кажется, нужно наполнить насос водой и все такое. Так. Розовый шланг, который можно к чему-нибудь подключить. Синий шланг, который готов к использованию. Так, давайте я тогда шланги посоединяю. Это сюда не подходит. Что у тебя внутри, бутылочка? Так. Использовать. Натрий, ридий. Или это вообще другое? АФМ. Я не понимаю, что мне нужно. Ладно, погнали отсюда. Потом разберемся. А, тихо. Обратно. Нужно здесь посмотреть. У нас есть похожая машина дома. Кажется, шланг порван. О, как раз используем шланг. Фу, не работает. Тогда используем синий шланг. Ничего, конечно. О чем я думала? Абсолютно пустой. Давайте ягоды туда закинем. Нет. Ладно, потом сюда вернемся. Алло, говорит Френ. Никто не отвечает. Так, вижу игру. О!
Ой, так много страниц. Надеюсь, здесь есть картинки. Ну и буквы сойдут. Они рассказывают о том, что можно вообразить. Иногда я неправильно понимаю рассказы. А это очень опасно. Любопытно. Эдвард действительно любит черных котов. Если эти игрушки олицетворение мистера Полыча, то это очень странно. Эдвард заставляет меня задуматься о многих вещах. Лестница, ведя к двери, но она заперта. Ага, значит там еще есть у нас где-то лестница. Ну, типа дверь. Интересно, что подсчитывает эта машина. У нее нет проводов. Как она работает? Техника Эдварда просто удивительна. Ох, похоже на математическую задачу. Но я не стану пытаться решить ее. У меня есть другие дела. Так. Эта лампа выглядит как чайник с великой... вилками и ложками. Эта лампа выглядит... Так, это было. Так, нужен ключ какой-то. Кажется, что-то не хватает. Ключа не хватает. Хватает у нас ключа. Здесь есть на что посмотреть. Не думаю, что мне что-то понадобится. Это меня удивляет. Существует много вещей, которые нам никогда не пригодятся. Часы. Милые мишки. Они держат друг друга за лапы. Это король Жьяр. Я его знаю. Теперь я понимаю, они друзья. Это хорошо. Мне хочется верить Эдварду. Так, тут еще есть кнопка. Дверь заперта. Возможно, Эдвард откроет ее позже. Ладно, юзаем таблетки. Она Эдвард выглядит здесь. Сэр, вы можете повторить мне, что... А, ну блин, конечно, почини водяной насос и... Окей. Не, ну он жутковатко, конечно, выглядит. Ладно, погнали к насосу, посмотрим, что там у нас. Оу. Секунду, минуты, часы и дни. Тик-так, тик-так. Я забыла понять тебя. Я забыла... уделить себе немного любви. Секунды, минуты, часы и дни. Как это было? Так, вот еще наш. Я не посмотрел, да? Так, вид в реальности. Мы видим ягоды так. Вид в ультрареальности. Химическая смесь. Микроэлементы в огне ягоды так ускоряют машину и дадут долгую жизнь ее функциональным двигателям. Огонь ягоды. Ого. Ну это видите, как, короче, видно настоящие ягоды эти огненные. Так. А ну-ка, если я запущу машину? Да не, музыка одна и та же. Интересно, что здесь изменилось? Ключ! Вы здесь, чтобы убить Эдварда? Эй, почему вы не хотите поговорить со мной? Я очень сожалею о том, что я сделала. Надеюсь, вы простите меня. Так. Пойдемте ключ используем здесь. Вот так. Посмотрим, что произойдет. В сотканном мире из света и тьмы. Вот он. Шарм друг и у друга сестры украли. После всего решить и не могли. После чего решить не могли, верно ли то, кем они стали. Мия злилась, а Клара грустила. Безумие их двоих охватило. Безумные девочки, ах. У них поселился внутри Итвар, создание ночи. Был он повсюду, наяву и во снах. Поучал о великах их раздвоении. Не могло уложиться в их головах. Итвар был другом.
Между светом и тенью? Между светом и тенью Итвард был сэр. Но Клара и Мия однажды решили избавить себя от него навсегда. Умри, существо, они завопили. Но за место сестры убила сестра. Умершие сестры друг друга винили. Твоя вина, Клара. Твоя вина, Мия. Итвард пришел в последний к ним раз, и он им сказал: вы обе в ловушке. Но дам я вам шанс. И продолжал. Блин, он меня сбивает просто с толку музыка. Мир был к вам жесток. Чтоб себе доказать. Вас сшили вместе. И зеркало дали, чтобы вы могли наблюдать. Я думал лишь то, что у вас уже было. Только один крошечный шанс. Понять смысл жизни. Но время уплыло. Осталось его немного у вас, лишь кот пропадет. И в колодец дверь будет открыта. Конец. И что мне это дало? Ну это просто история, что стало с сестрами, так? Тихо. О-о-о. А если без света? Здесь у нее страшная ухмылка. Почему они не хотят со мной разговаривать? Так, я тогда немного... А, ладно, давайте... Пойдем делать тогда. То, что там сказали. Баночки, скляночки. Сначала нужно понять, какие мне нужны баночки. N6166. Посмотрим. А ФМ отсутствует. Так, мне бы понять, что здесь мутить. А тут что-то пошло не по пути. Куда мне прицепить? О. Пойму я. Не пойму. Ну, я чисто набираю какой-то непонятный состав. Может, мне нужно 166 именно набрать? А, математика. Не, ну тут, видите, все разное. А 18. Может, мне нужно состав найти? ФМ. А ФМ. А, ну что у нас по машине? Нужно поджечь, запустить. Вентиль поставить ровно. Тогда пойдет огонь.
Текст. Спички использовать, поджигаем. Я не могу сжечь огонь. Из трубы не идет газ. Как увидеть, идет или не идет? Ага. Ага. Абсолютно пустой. Ну, не работает. Я не понимаю. Тогда я не знаю. Так, давайте еще посмотрим. Но это мне нужно сначала поджечь, туда топливо закинуть, запустить. Даже если это сработает. Почему оно не хочет запускать? Я же делаю все правильно. Может, сначала воду налить? О, да. Так, ну у нас пошла вода. Но у нас не идет газ. Я не могу зажечь огонь, из трубы не идет газ. Сложно. Что рубить? Так, где... Блин, вот куда мне эту трубу сувать? А, все, вижу. Вижу. Казалось. Показалось мне. Блин, куда? Я не могу никуда не налить ничего. То 66, но у меня нету 166. Стоять. А могу я передвигать вещи? Скорее всего тоже, да, нет. А 18, R15, короче, 15, 18, 2, 15. 18. Восемнадцать, два, пятнадцать. Да, готово. АФМ. 166. ВР-15. ВР-15 в... Ой, что за розовое? Зачем так сложно? Я понял. Значит, А18. Так. 15. Хорошо. Я не знаю, что мне нужно делать, но у меня пока что нету этого. Дальше. Мне нужно сюда перелить. Какой у меня раствор должен был получиться? Или там не было сказано? 2PF. 2PF. ПФ. ВПФ.
Почему она не стекает? ВПФ. ВПФ. Ой, оно зеленым стало. Это за миксер, что я соединял? Скажи, что там? Блин, я не понимаю. Сложно, сложно. Банки, склянки. Но я не верю, что оно там перемешивается. А, давайте сходим, короче, к нашему новому другу. Сэр, вы можете... повторить, ладно, черт. Давайте тогда, я думаю, на этом закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.